Опа! Смотри! Прыжочек. А! Зараза! Блин, надо было не прыгать! И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, и Тучка, Заварной кофе, Гусанек, Черный, Арара, Охотник, Фуфлик, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем салам алейк. Привет, привет. Всем передаю огромнейший привет. Ребятушки, давно у нас не было рубрики прятки, мы скачали новейшую карту, эта карта называется Супермаркет. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Пацаны, надеюсь, вы заныкались в очень классных нычках, и мне будет очень сложно вас найти, надеюсь на это. Так, 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 давайте начнем прям с самого начала. Так, выйти нельзя. Вот это и есть вход этой карты, поэтому будем начинать прям с самого начала и ничего не пропускать. Нужно знать, здесь хитрые есть умники у нас, которые могут заныкаться сзади меня. Бонька, Бонька ходит. Ребята, не забываем ставить лайки, подписываться на канал, ролики выходят каждый день. Стараемся снять что-то веселое, классное, интересное. И кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд. Ссылочка в описании. Совершенно верно. Я думаю, кто же добавит эту класснеющую фразу, где находится наш Дискорд? Я хотел. Так, так, так. Бонька, Бонька. Я вижу, тут кто-то заныкался. Я же его глаза вижу. Выходи! Как тебя убить? А как убить его? Дима, ты где вообще? Я не могу его убить. Он залетел. Это залет? А, стойте, режим полета давайте отключу. Так. Слышь, ты, залетчик! А как тебя убить? Выходи! А это разве законно? Это незаконно. Эй, ты видишь, да, кто за банку летает? Видите, сидит челик? Да, я вижу. А как же его убить? Хорошо, ребята, хорошо, показываем, как это можно сделать. Сейчас, сейчас мы все сделаем по красоте. Так. Я никого не буду убивать, не переживайте. Я не могу его схватить? Нет. Хорошо. Взорви его. Совершенно верно. Живой? Эй! Находчик! А, хорошо, пацаны. Есть у меня другой метод, как его убить. Сейчас, сейчас, ребятушки. Есть у меня всегда для таких людей особенных новое классное оружие. Ну что, ты будешь сейчас в моей команде. Готовься. А ему плевать. Что? Ну все, давай, выходи. Я не могу тебя убить. Я тебя нашел. Это платная функция, нельзя туда. Ну, все, прописываю килл. Это же нашел, считается, правильно, пацаны? О, стойте, я знаю, как его убить. Я знаю, как его убить, стойте. Есть у меня одна идея. Ты не на того нарвался. Так, смотрите, ребята, у нас есть вот такие вот аниматроники. А, это не то, стойте, стойте, стойте. Во, 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 во. Вот так тебе. Так, и берем опять The Joy Creation, потому что мы только с него будем брать пилпаки. Они бьют не на расстоянии, и надо конкретно прицеливаться. Поехали дальше. Первого игрока еле-еле с трудом, но мы его смогли убить. Ну, нычка, в принципе, хорошая. Если бы ты нажимал бы контр, я бы тебя не нашел. Так как ты стоял, получилось тебя увидеть. Так, раз тут дверь открыта, давайте будем рассуждать логически. Здесь кто-то есть. Ой-ой-ой, какая карта запутанная. Еще при том, что пацаны могут убегать. Ну, это вообще будет, конечно, сложно. Главное, что у нас уже двое. Так, так, значит, тут кто-то сидит у нас. Это у нас что, кинотеатр? Здоровенный гигантский кинотеатр. Так, здесь, здесь никого нету. А карта реально крутая. Так, там еще кусок локации. Подождите, подождите, а вот там вот кто-то может сидеть? Давайте зайдем. А, дверь открыта. Дверь открыта, значит, кто-то здесь сидит. Так, слышу, а ты слышу. Где сейчас? Я тебе не скажу. А, я на карте. Да? Так, здесь. Где вы, пацаны, подсказываете, где вы? Я вас найду и так, не переживайте. А, она гигантская. Так, это на что? На паркинг подземный. Так, давайте здесь. Здесь, здесь, здесь. А я здесь могу пройти? Могу. Значит, я могу зайти сюда. Так,
зайти с трудом получается, но зашел. Так, и здесь никого нету. Пацаны, вы хорошие нычки понаходили, молодцы. Так, туда уже пройти не могу. Так, погнали дальше. Так, мне кажется, вот тут кто-то сидел, потому что я слышал, кто-то монтировка бил. Так, пацаны, ну зря вы бьете, зря. Лучше бы хорошо ныкались. Вот, вот тут кто-то сидит по любасу. Я прям слышу запах этого монтировки. Так, 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 так. Здесь. Ничего страшного. А я тебя вижу, я знаю, где ты. Ага, значит, если мы тебя убьем, ты придешь сразу его и замочишь. Будешь знать, где он, да, сидит? Так, здесь. Да. Я твоих вижу. Молодец. Красавелла, брателла. Ну это, конечно, была тупая нычка, хотя бы маленький скин бы взял. Ой, мы смотри, вообще красавчики. Так, нас уже что? Трое. Четверо нас. Так, чувствую, будет очень быстрые прятки у нас на этой карте, но надеюсь, что кто-то заныкался в идеальной нычке, которую прям очень сложно будет найти. Так, Гусанек, ты хорошо нашел нычку себе? Да. Надеюсь, Дима, ты покажешь сюда, вещи. Стой, смотри, Дима, иди сюда. Смотри, где охотник. Посмотри вот сюда вот наверх. Вон он бежит. На трубы посмотри. А, Гусанек, тебя уже нашли! Я думал, тебя не нашли еще. Так, 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 смотрите, что он делает. А что у нас там за крысы завелись? Охотник. Он убегает! За, все за ним! Все за ним, все за ним! Бежали, побежали! Ой, запутался вот в перилах. А где он? Где он? Тут был? Убежал, молодец! А, ну, не до конца. Так, нас уже пятеро, осталось трое. Ну, Санёк, надежда на тебя такая была, что ты прям хорошо заныкаешься? Да, блин, ну... Так, идемте на второй этаж. Мне кажется, все-таки здесь еще кто-то ныкается. И еще! А, это вы своего забили? Дим, смотри, где я прятался. Где? Меня здесь суслик нашел. Вот в этом темном месте. Ага, я понял. Ну, нычка такая была себе. Тут и намного ярче есть. Вот на трубах была хорошая нычка, просто надо было ему с контролом сидеть и не шевелиться вообще. Он, наверное, двигался, поэтому ты его увидел, да? Да. Так, здесь. Увидел, да. Так, а ну, подожди, автоматы работают? Ну что? Я замокнул наверх, очень нашел. Вот там он, наверху. А, точно, я же видел его тоже. Он там сидит? Там сидит. Так, смотрим, смотрим. Ой-ой-ой, да что за быстрые прятки у нас сегодня? Никого нету здесь, или же убили? Так, никого нету здесь. Это очень странно. Хорошо. Так, давайте перекличку сделаем. Кого еще не нашли? Меня не нашли. Арара, ну что? Кстати, он последний остался. Ну, Арара, ты, получается, уже победитель первого раунда. Ты молодец. Практически победитель. Не, даже не практически, а теоретически, потому что мы тебя уже не нашли. И ты последний. Так, ну надеюсь, ты по-честному заныкался? Я вообще по-честному. Вообще очень по-честному, легально, да? Да, вы слепые просто. Нет, так не подсказывай, мы должны тебя реально найти. Так, 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 а пацаны, хорошо. Усиливаем поиски. Так... А вот там нычка была хорошая, ребята. Вот там нычка была шикарная, куда я только что заглядывал. Ну, тут, знаете, всегда находишь нычки тогда, когда уже начинаешь искать. Я аниматроника беру. Бери, бери, бери. Так, давайте, блин, по порядку идти. Арара нашел? Нашли. Ой, ты что? Так, ну что, Арара, раз тебя последнего нашли, следующий раунд ищешь ты. Пацаны, все, аннулирую карту. И ищем себе классную нычку. Я пока вместо этого времени себе возьму маленький скинец. Так, ребята, у Арара плохой интернет, будет искать Леон. Арара отвалился у нас. Так, ну что, побежал. Побежал этот псих, убийца. Блин, а нычек здесь реально много классных. Так. Побежал, побежал псих. Давайте, ребята, кого найдут последнего в этом раунде, тот будет победителем этого ролика. Арара первое место занял. Короче, у нас будет два первых места. Так вот так. Убили. Первый пошел. Ну что, это было просто, да? Да. Давайте еще полетаем. Пока он ищет, я посмотрю, какая карта, насколько она большая. Ого. Кстати, она очень оптимизирована, что сделано вот так кусками. И здесь... А ну, подвал есть тут? Подвала нету. Да не такая, что она и большая, но здесь просто очень много приколюх. Так, вижу, вижу, бегает, бегает, побежал. Так.
Еще одного нашел, фуфлик, молодчик. Так, уже их трое. И четверо ныкаются. Еще один. Молодцы, пацаны. Моя школа, хорошо искать. Так, Гусанёк, тебя еще не нашли? Гусанёк. А, он замутился. Нет, нет. Меня не нашли еще. Меня тоже. Молодцы, пацаны. Будет у нас сейчас соревнование за первое место. Побежал, побежал, побежал сюда. Че, пацаны, тяжело найти кого-то на этой карте? Нет, очень легко. Очень легко, понял. Опа, я думал, вы сейчас кого-то там нашли опять. Так, а я пока здесь полетаю и посмотрю, где же пацаны еще заныкались. Еще улица есть. Но на улицу выйти нельзя. Чисто картинка, машины даже 2D-шные, смотрите. Просто картонки. Прикольно сделано. Ну а карта очень оптимизирована, потому что сделана вот такими вот прогрузками, кусочками. Так, а я пока здесь полетаю, я помогу поискать пацанам. Только не буду говорить, где кто ныкается специально. Так, так, здесь никого нету. А здесь есть? А, я думал, тут сейф какой-то. Так, здесь никого нету. По порядочку пролетим все. Здесь тоже никого нет. Хотя вот тут тоже была хорошая нычка, но нашли бы. О, и тучка нашли. Молодец, проиграл. Так, на что, двое осталось или трое? Все, нашел еще одного. Еще одного нашел. Я последний, пацаны. Походу. Нашел. Черный, что ты все время туда ходишь? Что? Блин, ребята, ну что? Получается, я выиграл. Но я буду вам еще дам шанс, что вы меня нашли. Давайте, если вы не найдете меня за 3 минуты, я выиграл. Я выиграл. Или можете сдаться, когда захотите, если у вас не будет никаких шансов найти. Сразу скажу, вы меня не найдете. Но я заныкался по-честному. Когда я выйду... Я вижу Диму. Как ты меня видишь? Быстро, быстро. Он на это, на KFC. Неправда. KFC. Где? Правда. Вот и там планктон сидит. Где KFC? Да никого нету там, ты что такое говоришь? Вон. Никого нету там, то не я был. А, там... Вон еще нычка была. Я там в прошлый раз прятался. Не он, так не он. Меня там нету, я в другом месте, сразу говорю, вы зря только увидели кого-то там. Вот это нычка у меня жирная. Блин, ну еще можно было бы у там заныкаться, но это было бы сильно палевно, если бы я там сидел. Или у там вот даже, ребята, заныкаться можно было. Люблю режим прятки, очень круто сделано, потому что пацаны меня теперь найти не могут и убить. Могут. Могут, да? Да, только мы низкие. Так, что сделать, чтобы меня убить? Сразу скажу, вы можете бить на расстоянии. Если вы прицелитесь в меня, вы меня сможете убить. Это понятно, еще прицелиться в тебя, ты там стоишь. Ну ладно, нашли меня, нашли. Только убить теперь не можете. Давай, слезай, будем за тобой гнаться. Да вы меня убьете мгновенно, если я слезу. Я честно скажу, я бы догадался, как меня убить, потому что я уже вижу. Целится! Целится в меня! Зараза! Я понял, как меня убить! Нет! Не надо, пожалуйста! Нет, не может попасть, не может. Пацаны, вот он, в принципе, тот, кто играет за Чику сейчас, он правильно делает, он может сейчас меня убить. Еще одна башка вылезла, нет! Я буду двигаться, чтобы вы не могли ко мне прицелиться никак. Я еще сел на корточки, очень тяжело, да, пацаны, прицелиться? Да, блин, выходи. Да, не, ну догадайся, есть еще один шанс, как меня убить. Ай, выше взял аниматроника, догадался, молодец. Че, не прицеливается? Смотри, опа, опа-па, опа, смотри, прыжочек, а, зараза, блин, надо было не прыгать, ну ладно, нашли меня. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд, ну а всем отличного настроения и всем пока. Как сюда, Гарри, сейчас вылетит. Thank you.